День советской молодежи, так назывался этот праздник в далеком 1958 году. Он отмечался в последнее воскресенье июня. С 1993, согласно указу первого российского президента, праздник День молодежи отмечаем 27 июня. На площади Ленина вечером 27 июня работали несколько площадок, от спортивных до национальных. Молодежь планировали напоить горячим травяным чаем из самовара. Задавали танцевальное настроение на сцене солисты кавер-группы «Монте-Карло». Здравствуйте, дорогие друзья! И наш сегодняшний концерт, несмотря на погоду, мы хотели бы открыть очень солнечные и радостные песни. Проливной дождь внес коррективы в праздник, перенеся молодежь в малый зал областной администрации. Много мероприятий делается для молодежи, хотя я понимаю, что потенциал огромен и нужно развиваться дальше, нужно создавать условия для того, чтобы от мала до велика все имели возможность как заниматься спортом, развивать свои таланты, свои умения. И я очень рад, что выпускные в школе показали, насколько талантлива наша молодежь. Орловчане были отмечены наградами за подписью руководителя администрации президента Сергея Кириенко. Поводом стала работа молодежных добровольческих организаций в 2018 году, в год добровольцев России. Замечательно то, что вы меняетесь вместе со страной. Вы совершенно другие, но вы такие замечательные. Вы так много делаете для себя и так много делаете для нашей страны. Добиваясь успеха в спорте, добиваясь успеха в различных танцах, песнях. В прошлом году по инициативе губернатора Орловской области в регионе прошел конкурс «Молодые кадры Орловщины». Участвовали в нем 750 орловчан. Десятки финалистов прошли стажировку в администрации области. В этом году решили мы повторить конкурс «Молодые кадры Орловщины». Но, наверное, самая главная задача, которую мы преследуем – создать условия, когда мы вместе будем работать, вместе будем предлагать идеи, вместе их будем реализовывать. Наверное, в этом главный смысл, потому что сегодня огромное количество талантов молодежи живет, учится в Орле, и мы должны давать возможность реализации их идей. Новый конкурс стартует уже 1 июля. В нем смогут принять участие жители Орловской области не старше 45 лет. Виктория Юркова, Артемий Мельников, телеканал «Первый областной».